Как я люблю наблюдать, как раскрываются цветки, как раскрываются бутоны, как набираются цветом новые цветочки. Вот такой новый фаленопсис. Ну, это не совсем новый фаленопсис. Сейчас я вам немножко больше про него расскажу. Вот такой красавчик. Здравия всем, друзья мои! Ну вот и раскрылись 4 цветка у фаленопсиса, про которые я в последнем своем обзоре хотела сказать, что я вам сниму отдельное видео и покажу его прекрасные цветки. Вот слегка уже такой, не слегка, приоткрылся 4-й бутон. В общем, что вам хочу сказать, друзья мои. В последнем своем обзоре, когда я показывала его только бутонами, я сказала, что это подарок был от подруги. На самом деле я вас обманула. Этот фаленопсис я покупала сама в 2019 году. Снизу дам ссылку на видео о покупке фаленопсиса, когда я его купила, как выглядели его цветки. И, в общем, это моя покупка. Самое интересное в этом фаленопсисе то, что он чуть ли не... Ну, есть у меня еще кто-то один, кто так быстро зацвел. Он чуть ли не из единичного числа фаленопсисов, который так быстро, через год после покупки, зацвел в моем уходе. Вот он адаптировался и распустил свои прекрасные цветочки. К сожалению, очень тяжело правильно показать цвет цветка, потому что он такой очень нежный. Ну вот, в принципе, правильно показывает. Не видно только искристости и немножко таких желтовато-зеленоватых, таких каких-то пятен, которые идут ближе к колонке. Цветок раскрывается такими, когда только начинает раскрываться, у него такими мазками расцветка идет от более насыщенного к более светлому. И когда он уже полностью распустился, он выравнивает свой цвет, и цвет становится такой пепел розы, называется, пепельно-розовый цвет. Отличительная особенность этого фаленопсиса – его длиннющие клыки. Даже у моего принца леопарда, которым я хвасталась, какие длинные у него клыки, то здесь это вообще какие-то завитушечные завитушки. Посмотрите, прям кучерявые кучеряшки, завитушечные завитушки в клычках. Очень красивая у него... Вот эта колоночка, губа, такое все. Там даже есть какие-то крапушки. И такой насыщенный вот этот цвет здесь, в самой вот этой губе. По сравнению с, получается, бледным цветом лепестков, сама губа очень красивая. Вот. Вот так называется... Кинкар пич. Что значит кинкар? Ну, персиковый. Так он, конечно, не персиковый, он розовый, не персиковый. Персиковый все-таки более оранжеватый цвет, а он такой более розовый все-таки. Но очень красивый гибрид, очень такой нежный, светящийся, искрящийся, такие... Искрящиеся лепестки, очень нежные, очень красивые, не восковые, а такой обычный фаленопсисовый цветок с искорками. И очень нежный, и очень красивый. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю, целую, пока-пока.